Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал Дневник системного администратора. И сегодня я расскажу, как можно исправить один баг с интернет-подключением. Бывает такое, что вот, видите, пишет без доступа к интернету. Нажимаем правой кнопкой мыши, заходим в параметры сети интернет. Бывает такое, что MAC-адрес попадает в какой-то черный список, например. Или, например, бывает то, что просто, ну, он бывает стирается или еще что-то. Какие-то бывают там VPN подтирают и так далее. Выбираем сеть интернет, заходим, конечно же, вот, например, на интернет подключение нажали, либо можно просто опуститься в самый низ, опускаемся, есть дополнительные сетевые параметры, опускаемся еще ниже, есть дополнительный параметр сетевого адаптера. Зашли сюда и видим, что у нас, видим, нет подключения, заходим в свойства. И здесь есть настройки. Нажимаем настройки, переходим в раздел дополнительно. И у нас, опускаемся ниже, есть сетевой адрес. Бывает, тут нужно указать MAC-адрес. Например, можно прописать там любой MAC-адрес, да, с какими-то цифрами, символами и буквами, да, например. Указали, прописали и нажали кнопочку ОК, сохранить. И тем самым, получается, мы подключили, снова интернет у нас заработает. Вот таким есть, бывает такой способ, что возможно решить данную проблему, когда мы пропишем MAC-адрес. Конечно же, если у вас ничего не получается, то верните на все это место назад, нажимаем сюда, снова заходим опять туда же, сетевой адрес, и ставим, например, отсутствует, если ничего вам не помогло, не решилась проблема, да, нажимаем ОК, и тем самым мы возвращаем все на место. Если же проблема решилась, то поставь лайк, напиши комментарий, поделись видео с друзьями. Всего вам хорошего, до свидания.